Здравствуйте. Сегодня вы увидите Титановую осень такую, какой вы, скорее всего, никогда и нигде ее больше не увидите. Все дело в том, что у них там кое-что сломалось, превратилось в полную задницу. А это режим игры под названием «Приговоренный», который был самый веселый и, наверное, самый востребованный. В общем, он полностью поломался, вместо него загружается какая-то бурда, начинается какая-то мясорубка. В общем, мы будем надеяться, что респаун — это не Codemasters, и что они не будут это год исправлять, а что исправят это в течение 2 дней. Поэтому я в срочном режиме решил записать это видео, вот, на память и для друзей. И, в общем, быть может, это видео превратится даже в мини-обзор, точнее, мини-гайд. Так, а сегодня 2 августа 2014, и мы начинаем. Вот мы выбираем режим «Приговоренный к смерти», самый первый. Нас коннектит. И вот у нас появляется вообще охота на пилотов и эта карта, которая, кстати, не меняется. Но мы переходим на русскую версию игры и начинаем играть в нее. Мы появляемся, сразу замечаем, что за выставки Титана почему-то вместо положенных 4 минут всего 20 секунд. Это ненормально. Если вы ничего не знаете, вы можете подумать, что вы какой-то избранный или что игра выбрала вас. Но мы идем дальше. Перед Титаном по традиции выбрасываем все гранаты куда-то, потому что обычно они кого-то там задевают. И вот бежим к нашему Титану. Садимся в него. Тут дают какую-то поддержку, гранаты кого-то задели. И вот мы смотрим в нижний левый угол и понимаем, то, что на карте уже 100-500 титанов, которые уже высадились за обе команды, и мы понимаем, что никакие мы не избранные. Здесь мы будем играть от фонаря, потому что мы здесь играем ради развлечения, а не ради результата, поэтому будем много тупить. Тут я еще был сонный, но я буду просыпаться ближе к концу боя. Короче говоря, не переключайтесь. Вот какой-то чувак из команды врага сразу начинает тупить. Получает в тобой 40 миллиметров, пока не подыхает. Вы сразу можете судить о уровне той команды. Кстати, она намного слабее. Там 4 новобранца и всего 1 10 ранга. Его зовут Шутер Джон, но далее мы для удобства будем называть его Крутой Джон. А вот погибает какой-то нейтрон. Он будет страдать в течение всего боя. Сейчас он просто не смог найти кнопку катапультирования, я не знаю почему. Наверное, потому что опыт его игры, наверное, 25 или 30 минут, учитывая, что он без ранга и всего 11 уровня, все с ним понятно. И вот он снова подыхает. И вообще он будет дохнуть постоянно, со средней частотой примерно 2 раза в минуту. Вот снова получает бедный Джимми Нейтрон. А тем не менее, титаны не заканчиваются вообще. Есть даже смысл их убивать, непонятно. 15 секунд до высадки, и так каждый раз они никогда не закончатся. Можно даже не ждать эти 15 секунд, можно просто бросить гранату в каких-нибудь ботов. Достаточно всего лишь 2, и время сократится до 0. Не совсем понимаю, как разработчики могли так налажать. Это никак не объяснимо. Потому что умышленно сделать такой режим точно невозможно. Это доказывает только один факт, что карта никогда не меняется. Мы продолжаем заниматься ерундой, но чем дальше, тем интереснее. Да, я каждый раз буду смотреть в небо. Потому что мне очень будет хотеться убить кого-то в воздухе. Тупо ради прикола. Вот какой-то чувак подыхает от электрического дыма. Вы сразу можете судить о уровне вражеской команды. Его просто нету. Зря этот огр меня не добил.
таких случаях всегда нужно добивать. Иначе добьют тебя. Все понятно. Тут мы промахиваемся мимо ступеньки. Это лол. Как всегда, выбрасываем все гранаты. Ослепляем Титана, он охреневает. Высаживаем своего куда-то в туман. Потому что больше некуда. Вот снова в табло получает бедный Джимми Нейтрон. Здесь я затупил, этот чувак от меня убежит. Обычно я всегда кидаю кластерную ракету туда, куда они могли бы убежать, и обычно она кого-то достает. В этот раз не достала, но мы очень сонные. А вот и подыхает наш крутой Джон, который зря вообще затеял во всей этой мясорубке делать кому-то уничтожение. В общем, непонятно. Снова подыхает Нейтрон. Короче, знаете, все здесь играют так, как будто они просто все, знаете, фрапсят вместе со мной. Им тупо вообще плевать на результат, они делают непонятно что. Это просто необъяснимо. И вот в этот момент титанов становится настолько много, что я еле-еле могу их обходить. А сейчас будет вставка небольшого момента из другой игры. Уже в английской версии. Здесь в одном месте высадилось целых три титана, и вот этот чувак прыгает, не может найти свой. Я отбегаю, чтобы посмотреть, какой же выбор он сделает, правильный или нет. Но он делает неправильный выбор, что очень странно. Хорошо, что я знаю, где мой титан. Кстати, послеигровая статистика говорит нам о том, что он имеет 8-й ранг, и это очень странно, что он так облажал. В общем, это необъяснимо. А этот момент — это вообще жесть. Да. Как же так? Ну как же так, качаю я головой. Умереть такой нелепой смертью. Такого не должно происходить. Он же видел, что титан приземлился не на голову. Значит, как минимум, он не его, если я выжил. Но он так не считал. Черт с ним. Новобранцы, им можно. Вот мы возвращаемся в наш основной бой. Продолжаем тупить, но дальше будет интереснее. Ни в коем случае не переключайтесь. Управление передается бегу. Вообще, весь данный бой, все пати будет собираться именно вот в этом месте. Поэтому здесь мы будем тусоваться. А тем не менее, какой-то пидор у меня за окном продолжает переворачивать какие-то ящики и заниматься херней, скотина. Но перезаписывать это я не буду. А вот это просто фраг месяца. Реально фраг месяца. А теперь давайте посмотрим повтор. Вот мы взрываемся нагло возле его новенького титана. Тот взрывается. Пилот знает, что он высадил его где-то здесь. Вот он пятится назад, пытаясь его найти, но ничего не находит. И тут ему на голову приземляется 20 тонн чистого железа, четко проясняя его мысли. Но учитывая, что сегодня 2 августа, мы можем с легкостью сказать за ВДВ. А вот еще один момент на ту же тему. По надписи справа вы можете увидеть, что мой титан упал ему на голову раньше, чем его достали мои гранаты. Вообще, провернуть такое специально — это шансы примерно 2%. Поэтому такое получается всегда только случайно. Больше никак. Здесь продолжаем издеваться над новобранцами. Включаем туман, они меня не видят. И взрываемся. Да, этот чувак тоже не знает, где кнопка катапульты. А, это тот же самый, ну понятно.
Здесь я решил добавить немного тумана, добавляя этому моменту комичности. И скрывая позор, который сейчас сделают мои союзные титаны с врагом. Да, здесь я немного затормозил, но здесь я и не пытался сыграть как-то хорошо. Сейчас я убьюсь. Первый раз за эту карту. Вот так вот. Вообще происходит такое месиво, все везде взрывается, так много тумана, что вот этого чувака я даже не могу в нем найти. Уже только потом на повторе я увидел то, что он стоял слева. Короче, происходит черт знает что, такого точно не должно было быть. Здесь просто выбрасываем все гранаты, ослепляем, они ничего не видят, союзники их разбивают, все классно. Забегаем в купол своего титана, пережидаем катапульту, она нас не задевает, садимся и идем тупить дальше. Снова подыхает нейтрон. Да, здесь я помешал своему титану, он решил меня немного подвинуть. Но вы знаете, когда их миллион на карте, то куда ты ни денешься, ты везде на кого-нибудь наткнешься. Такого не должно происходить. А вот и подыхает крутой Джон. Не успел отбежать от моей катапульты, наверное, хотел на меня запрыгнуть. Но ничего, он успеет на меня запрыгнуть чуть позже. Но мы продолжаем тупить. Но сейчас все то же самое сделают со мной. Потому что здесь я расслабился. Но крутой Джон, в отличие от Джимми Нейтрона, знает, какая кнопка за что отвечает. Здесь мне снова на глаза попадается Джимми Нейтрон. В 100-500 раз подыхает. Мы по традиции выбрасываем гранаты куда-то в туман. Они там тоже кого-то убивают. Высаживаем титана, который не проживет и 10 секунд, потому что крутой Джон как раз сейчас на меня вскарабкается. Но к этому моменту я уже настолько обнаглел, что решил как-то удивить его и разнообразить его жизнь. Да, обычно так не делают. Обычно нового титана не взрывают сразу же. Но мы просто издеваемся. Даже над профессионалами 10 ранга. Что еще остается делать? Все к черту поломано. Любимого режима нету. Есть тупая мясорубка. Это жесть. Снова мы смотрим в небо, там никого не находим, но находим его на земле. А дальше будет кое-какая вставка, говорящая о том, что мы смотрим в небо не зря. Да, ради таких красивых моментов и стоит заниматься подобной ерундой. Но вообще такое получается крайне редко, потому что моя пушка для этого не предназначена. А мы продолжаем дальше издеваться над новобранцами. Просто в наглую. И сразу же залетаем уже в купу своего титана. И тем самым мы в полной безопасности еще на много-много минут. Вот еще вставка. Это примерно то же самое. Выбрасываем гранаты куда-то.
снова бедный чувак подыхает. В общем, если бы мы играли на результат, мы, быть может, и взрывали бы себя каждый раз. Потому что здесь значение имеют только убитые пилоты, не титаны. Но мы так не делаем, потому что это немного нубство, это не очень интересно. А вообще, если мы хотели бы здесь показать реальный результат, мы бы тупо просто использовали своего титана как ядерную взрывчатку, как динамит и ничего больше. Это жесть. Да, огры чаще всего не успевают отбегать от катапульты. Ну и здесь все то же самое. И в общем так можно до бесконечности. Мы возвращаемся в наш основной бой. Все, это победа. Я не знаю, как моя команда умудрилась сдохнуть 29 раз. Тут на меня опять кто-то прыгает, и я выхожу на бис. К сожалению, я его не грохнул, потому что кто-то пострадал от моей катапульты, и этот звук меня сбил, и я прекратил стрелять раньше, чем нужно. Это отстой. Но вы видели то, что все, кто на меня вскарабкиваются, они все летят в воздухе слева. Поэтому вообще не проблема их замочить. Что, кстати, вообще не имеет никакой логики. Потому что взобраться на плечо Титана можно только на его правое плечо. Соответственно, лететь вы должны справа, а не слева. Ну да ладно. Здесь мы видим трех Титанов, и грех не взорваться где-то посередине между ними. И это минус 3. Блестяще. Короче, вот такая задница. Это как раз тот редкий случай, когда за раунд получается убить титанов больше, чем пилотов. 21 против 18. Это очко. Ну, а дальше вы увидите, что снова хочет загрузиться этот же режим и эта же карта вместо приговоренного. Поэтому все стрёмно, все убого. Те, кто хотели посмотреть только на сломанный режим, вы можете уже отключаться. Спасибо вам за просмотр, всего хорошего. А те, кто остается, могут увидеть некоторые яркие моменты. Мы с вами, наверное, устроим сейчас мини-гайд о том, как стать, ну, как минимум, хорошим пулеметчиком. Вообще, пулемет там пользуется только 5%, может даже меньше, из-за его большого разброса. Но, как в этом случае, вы можете стрелять просто мимо и убивать. Видите, просто стреляйте мимо. И чем дальше цель, тем более мимо стреляйте, и вы кого-нибудь убьете. Все просто. Этот момент говорит о том, что когда тебя грохнули на какой-то точке, не стоит туда сразу же потом возвращаться. Вот подыхает доктор Гав. Я решаю его немножко подождать. Вот мы висим на стене, никаких паркурных наборов у нас не стоит. Как только начинаем сползать, просто перепрыгиваем на другую стену. Все просто. А вот возвращается доктор Гав. Это просто жесть. Зачем он это сделал, непонятно. Тут я падаю на своего титана, который после обновления автоматически включает электрический дым. И кто-то подыхает. Да, автотитан разобрался с онлайн-игроком, он молодец. Я им иногда горжусь. Этот момент говорит о том, как полезны иногда мины. Мы заминировали флаг, пытаемся бежать, что-то делать, но доктор Гав опять подыхает, придется возвращаться и снова минировать флаг. Естественно, сидеть над ним и кемпить, как многие любят, мы не будем. Тут в хлам зависает игра. Во-первых, из-за долбанного двухъядерного процессора, во-вторых, из-за программы захвата видео, в большей части, конечно, из-за первого. Но игра отвисает, и мы все еще живы, и мы бежим дальше.
Пройдя пару шагов, мы слышим этот замечательный звук, говорящий нам о том, что наши мины делают свою работу. Да, мины — это классная штука. А этот момент говорит о том, что нужно смотреть, когда ты минируешь, чтобы никто их не активировал до того, пока ты не успел отбежать. Здесь мы слышим, как через всю карту доктор Гафф наконец-то взял пулемет и кого-то убивает. Пару секунд спустя мы его находим. Почему-то с пистолетом. Мы его убиваем, потом сразу же убиваем его друга. Продолжаем гулять по вражеской базе, забиваем на флаг, он нам не нужен, и убиваем также друга его друга. Это как раз и говорит о том, что пулемет — это классная вещь, обоймы хватает на то, чтобы убить всех игроков вражеской команды, плюс еще какого-нибудь страйдера. А этот момент говорит о том, что если ты заминировал всю комнату, да еще сидишь там кемпишь в засаде, то это не всегда хорошо для тебя заканчивается. Вообще кемперство здесь не приветствуется. В этом моменте я показываю, как нужно использовать все потолки и все стены, чтобы забраться Родео на Титана. Притом желательно, когда его туман уже начинает исчезать. Потому что его не хватит, чтобы убить вас, а он не сможет вас увидеть. Как-то так. В этом моменте мы смотрим о том, как, собственно, нужно профессионально, наверное, ползать по стенам. Я не знаю, как это назвать. Просто ползаем по стенам, не опускаемся на пол, чтобы избежать смерти. Сносим половину жизни страйдера просто за одну секунду. Полный страйдер убивается за 2,3 секунды. Конечно, если только у вас пулемет. Не касаясь земли, возвращаемся в Титана. И тут мы видим, что моя команда успела надохнуть 50 раз. Я просто не понимаю, как можно здесь подохнуть 50 раз, когда здесь просто перманентные Титаны. Это тот самый сломанный режим. Этот момент говорит о том, что лучше всегда вообще брать Атлас, потому что только он имеет ядро на урон. И желательно ставить набор на длительность этого ядра. Потому что только так у нас получится максимально насолить врагу. Ну а вот и наш любимый режим, приговоренный, на который теперь можно попасть только случайно. Вот мы высаживаемся. Мы сразу же видим, что мы приговоренные. Это означает, что все теперь... Все чушки из вражеской команды охотятся за мной. Я могу видеть их на мини-карте, они меня тоже. И, короче, за мной будут охотиться, пока мои союзные пилоты не убьют, короче, ихнего приговоренного. Короче говоря, VIP. Как-то так. Вот я вижу по мини-карте, что какой-то чушок уже на меня бежит. Я начинаю бегать от него вокруг здания. Как позже выяснится, этот чушок держит в руках самонаводящийся умный пистолет, который создан специально для чушков. Я пытаюсь его как-то ослепить, но это не помогает. Потому что умный пистолет наводится даже в таком случае. Вообще он наводится всегда. Вы можете выключить монитор, вы можете ничего не делать, он все равно будет кого-то убивать. Но вот мы возвращаемся и сразу же мстим ему. Да, это факт, что умный пистолет гораздо умнее тех, кто держит его в руках. Но это эпилог. Вражеская команда давно проиграла. Нам нужно убить их корабль эвакуации. Но перед этим всегда нужно грохать вражеских титанов, потому что иначе они не дадут тебе замочить этот сраный корабль. Мы взрываемся, как всегда, где-то между посередине, ослепляем их всех, помогаем союзным титанам. Его убить не получается, потому что в глаза светит солнце, ни черта не видно, но мы с ним встретимся пару секунд спустя. Ну а вот и он. В общем, всех убиваем, все классно. Стреляем мимо, чтобы пулемет в них попадал. Не забываем. Этот момент говорит о том, насколько хороша наша супер-четверная ракетница. Даже когда мы никого не видим, мы можем стрелять куда-то. И кто-то будет умирать. Потому что она стреляет кластерными ракетами, которые после попадания еще продолжают какое-то время взрываться. Также Титанам она наносит тоже очень хорошее повреждение. В общем, просто классная штука. Вот и все. Кто-то может сказать, что ей очень тяжело убивать цели, которые стоят на крыше. Да, это тяжело, но тем не менее это возможно.
Но это самое последнее, что никогда не помешает проследить за эвакуирующимся в воздухе, даже если его почти не видно. На самом деле, немножко его всегда видно. Мы кидаем ему кластерную и его, собственно, прибиваем. Зарабатываем очко. Ну а это все. Спасибо вам за просмотр. До свидос.